мне очень нравилось готовить вообще с самого детства. То есть сначала я учился готовить просто для себя, вкусно получалось, и потом приготовил там для друзей день рождения, организовал, ну и потом уже все это дело завертелось, закрутилось. И так получилось, что там, 3 года назад я попал на кулинарный мастер-класс на профессиональный, и меня, как говорится, затянуло. Я работал совершенно в другой сфере. Сначала у меня было 2 бизнеса, то есть бизнес в сфере безопасности и IT, то есть параллельно вел 2 бизнеса. Потом, когда пришел такой переломный момент, нужно было заниматься или одним, или вторым. Но я, соответственно, выбрал то, что к душе. Шеф-еда существует 2 года. А на запуске таких конкретных прям вот сложностей не было. Сначала 1 мероприятие, там было в месяц 2 мероприятия. Мероприятия первые были небольшие, там 10, 12, там 15 человек. Вот. И буквально уже там через 3 месяца после старта у меня уже было мероприятие на 100 человек. У шеф-еды несколько направлений. То есть первое направление — это кейтеринг, то есть выездное обслуживание мероприятий. Дни рождения, банкеты, фуршеты, корпоративы, свадьбы, ну, где нужно накрыть стол, там мы. Вот, 2-е направление – это кулинарная школа, кулинарные мастер-классы, то есть в моей студии собираются люди, вместе с ними мы учимся готовить, потом садимся, все это дело кушаем, также люди приходят, дни рождения в подобном формате отмечают. Коронавирус, ну, первые 2 недели я сидел дома. Вот, а потом я понял, что дома сидеть я просто не могу. Вот, и так как у нас сфера связана именно, ну, то есть с выездным, ну, то есть, ну, по сути, работать-то можно. И поэтому на дни рождения, на какие-то, на домашние, люди у нас заказывали еду, приезжали, забирали. Конечно, объемы были не те, да, как до коронавируса, ну, все нормально, как говорится, пережили его. Потерь как таковых, наверное, все-таки и не было. То есть мы немножко реструктуризировали, некоторые моменты переделали. И это, наверное, даже в некотором смысле сработало положительно. Поначалу, когда я думал, что будет собственный бизнес, это что такое? Когда захочу, тогда и приду, не захочу, не приду, это далеко не так. Приходится работать наоборот, еще больше, больше времени приходится посвящать бизнесу. Это, ну, как ребенок, ты его растишь, 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 постоянно развиваешь. Вот, ну, оно того стоит. Мой секрет успеха в том, что я люблю свое дело, делаю все с душой, и многие люди, которые заказывают мне мероприятия, говорят, что да, это душевно. То есть все делается с душой и вкусно.